доме ничего нет. Осмотрись сам, если хочешь. Если готов, можем идти. Thank you.
Осмотрись, если хочешь. Я тебя догоню.
Был? Нет, просто увлечение. Привет, песик. Thank you.
все же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Уговор я выполнил, а остальное не имеет значения. Ладно, право твое. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространство шире. Но нет. Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника, мародерство, конфликты. Никто не смог взять на себя эту ношу и сохранить контроль над ситуацией. Вот все и рухнуло. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины, прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже бессильна. Ладно, нужно тут с вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Червячка заморить нужно.
принес.
Прошу к столу. Ну что, вздрогнем? Ровной дороги нам, Петрович. Идем, Петрович. Скоро до города доберемся.
Черт! Канистру свистнули. Придется поискать топливо в деревне. По сараям пошарить.
Отлично. По коням. Не боись, Петрович, скоро до города доберемся. Стрелки ты идешь, тебе ближе. Кажется, нам нужно на другую ветку.
Здесь раньше обслуживающий состав ходил. Материалы доставлял. Да, когда-нибудь зарастет тут все. И если на ноги не встанет. Конечная, Петрович. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Надо найти, чем бы цепоньку сковырнуть, а то перелезать не хочется.
надо? Куда его денут-то? Эй, мужики, помощь нужна? Чё? Проваливай отсюда! Сука, хана тебе! Мы еще поговорим с вами. Спасибо, ребята. Всю душу бы из меня вытрясли, если б не вы. Вижу, вы устали с дороги. Могу предложить вам ночлег и теплый чай с малиновым вареньем. Вот так и живем. Тяжело, конечно, но делать нечего. Словно все в прошлое вернулось. Видел, у вас тут электростанция рядом. Не пробовали запустить систему? Да некому. У нас жителей в поселке осталось всего ничего. Да и из тех, кто есть, вряд ли кто-то разобраться сможет. Ладно, друзья, надеюсь, вам все понравилось, а мне пора на боковую. Приятных снов, дядя Миш. Ну хорошо, последнюю. Эй! Петрович, ты из какого города? Из Липецка. А, серьезно? Как же уцелеть удалось? Там, говорят, совсем тяжко было. Я мало что помню. Очнулся на больничной койке. Трупы повсюду. Вони пятна крови. На это же парень был один. Все бродил по палатам, о помощи звал. А чем тут уже поможешь? Кончился парень тот. Быстро болезнь сожрала. А у меня иммунитет оказался. Выкарабкался. Теперь даже и не знаю, что лучше.
Сон не приходит. Ага. Да, мне тоже не спится. Одолевают кошмары из прошлой жизни. Давно спросить хотел, откуда шрам на лице заработал? Да вон из тех самых кошмаров. Автокатастрофа. Когда ты молод и полон сил, кажется, ничто тебя сломать не может. И ты совершаешь глупости. Много глупостей, некоторые из которых потом не можешь забыть и простить себе.
Алло, Анюта, привет. Да, да. Как Светик там? Ну, отлично. Аня, у меня командировка планируется, может я заеду на неделе? Хорошо. Хорошо, буду ждать. Давай. Пока. Да? Подъем, твою мать!